Я нарисовала рождественскую книжку на большом листе бумаги. У этой книги нет переплета. Лист просто разрезан и сложен. Но у этой книги есть две стороны. Две параллельные истории, которые происходили в одно и то же время. Это история рождения Иоанна Предтечи и история рождения Христа. Вы можете посмотреть каждую из них отдельно, если повернете книгу правильной стороной. На рыжей стороне история Иоанна Предтечи, которая изображена согласно Евангелию и протоевангелию Иакова. Голубая сторона – это история рождения Христа. Именно эта сторона имеет как вертикальные, так и горизонтальные страницы. Горизонтальные страницы можно открыть, а можно случайно пролистнуть. Но именно эти страницы создают всю особенность этой книги. Они служат своеобразными переходами из одной истории в другую. Из голубой истории Христа в рыжую историю Иоанна Предтечи. И в зависимости от того, как вы повернете книгу в руках, вы можете оказаться в одном или другом повествовании, а можете даже запутаться. И именно это мне нравится больше всего. Именно это дает почувствовать, как судьбы Христа и Предтечи были связаны. На последней странице книга заканчивается сценой крещения, в которой Христос и Иоанн впервые встречаются на водах Иордана.